Министерство обороны Украины распространили информацию о потерях русских войск с 24 февраля по 6 марта. Об этом сообщили Министерство обороны на странице Facebook. Сообщается, что во время военной операции было убито более 11 тысяч военных вооруженных сил России. А также российские войска потеряли 285 танков, 985 боевых машин пехоты, 109 артиллерийских установок, 50 систем реактивной атаки, 44 боевых самолета, 44 боевых вертолета, 447 боевых автомобилей и 2 скоростные лодки.